Эй-йоу, Ребзя, 18-е место, но у нас все начало получаться, все супер. Итак, у нас в составе есть новичок, это Эдмунд Тапсоба, 24-летний защитник. На воротах у нас в старте Биендир, из приколов это Межбри в старте, ну по остальным все плюс-минус понятно. Это плюс-минус все ребята, собственно, стартового состава. А, ну и Магуайр у нас в старте, да, он выдает неплохие матчи, хоть и летом нас покидает, к сожалению. Или к счастью. Будем посмотреть, как говорится. Ну что, приезжаем в гостях к волкам, в гости к волкам. Да, у них тактика бей-беги. Охуенно. Это, конечно, охуетительно. Ну что, размажем их под орех, как говорится. Так, у нас устал Санчо. Соответственно, Маркус, you welcome. Врываться в штрафную. Марсиаль смешанная, Маунт. Тут все понятно. Марсиаль и Маунт прекрасная, великолепная просто связка прошлого матча в кубке. Поэтому, блядь, как они разрывали. Я в ахуе, ребята. Так что все. Let's go. Let's go. Разваливать. Играем. Во второй форме в нашей. Я вообще ее обожаю. Это потому что это полоски. Конечно я, же, блядь, нам предлагают обратить внимание. Я никогда на этого не видел игрока. Полосатую три гола форму в прошлом матче у него, и сейчас Манчестер все ждут столько. Мы ведем прямую трансляцию. Она мне на пиздец канале как нравится. E-Sport. И цвета. Всем привет, и зелен, темно-зеленый с белым. Линьё, вау, где мы просто смотрим кайф. Футбол. Погнали на разваливаем. Генич, надеюсь, что вы не отключили комментарий. Марсиаль сразу спиздил меня. Сразу. Если я выигрываю мяч, меняю. Меняю, блядь. Сложность обратно на легенду. Нужно придумать что-то пока получше. Катаем на мировом классе, вот чтобы выйти хотя бы из зоны вылета. Игру. Ребята, что-то я запел, Манчестер, потому что Юнайтед настроение кайф. Чувствую, что Рафаэль только Рафаэль победы будут в сегодняшнем выпуске. Блять, хорошо. Блять, ну ёбни. Интересно, блядь, через 500 миллионов 87 потерь мяча и передач мы все-таки забиваем нахуй гол. И это кто? Конечно же, Антони Марсиаль, а.к.а. Спасу ваши ленивые жопы этого сезона. Заговариваюсь, блядь. Камон, нахуй. Камон. Сколько мальчик уже забил? 11 голов за 20 матчей. Браво, браво. Ну, двадцатку, я думаю, наколотит. Причем, мне кажется, эти 11, это именно берется английская премьер-лига. Так что, вот такая хуйня. Кстати, спешу напомнить, что Марсиаль сделал у нас Гекса 3 однажды в начале сезона. Я охуел, пиздец, как это было круто. Магуайр, Магуайр, не проебывайся. Все четко. Бейндерчик на месте, отдаем. Была попытка Антони прессинга сейчас нашего голкипера, но это все тщетные попытки как бы. Так. Ой, хороший пас от Маунта. Шо, долотик. Манчестер на Маркуса. Атакует флангом, и там есть свободная эх зона. Почаще нужно Межбри играть в прессинге, сейчас это Межбри сработало. Давайте передадим слово нашему корреспонденту. Так. Похоже на Лондон Стадиум. Что-то интересное произошло. Да, я подключаюсь к трансляции с новостью о голе. Игрок Вест Хэма забил. Теперь они ведут в счете 1-0. Наши а русские комментаторы работают. Я, кстати, за прекрасно слышу, когда в курсе событий этой встречи новые фразы у них. У них меняется качество записи звука. Может, это, он конечно, счет палевно. Ну, блядь! Блядь, запизделся, ребята. Прошли у нас Люка Шоу по флангу. И, по-моему, Биендер пропускает свой смотрим первый мяч раз, понимаю, в английской премьер-лиге, если мне память не изменяет. Будет много пропускать, обратно сядет мячом, на лампу. Тут как бы вообще изи. Ни мяч отобрать, ни удар накрыть. Да, блядь, проблемка сейчас нахуй. Равный, посмотрим, 1-1. Посмотрим. Также, кто у нас плохо играет по оценкам, перерывы меняем их. Пусть они идут нахуй. Ничего личного, товарищи. Хорошо, хороший Маркус пас на ход. Решай. Блять. Решатель Манкин.
Блять, зачем вот этот финт нужен был, Антони? Спиннер. Отлично, они все сделали несколько минут. Кстати, Антони у нас вернулся в состав жизни. Чем мы его поздравляем? Я надеюсь, всех этих сучек, которые пытаются в чем-то обвинить Антони, просто нахуй посадят в ответ за ложные показания. Вот чего я им желаю. Ну, а если Антони как бы виновен, то, ну, ему пиздец, чего ж. Значит, мы проебали 100 лямов, ребята. Рэшфорд. Так. Маркус Рэшфорд. Да, блядь, ну почти, почти. Надо было на Марсика так-то давать. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Хуан Хи Чан. Нужно им вернуться побыстрее назад. Оп. Ой, это зря, блядь, чуть пенку не привез. Господи, повезло, повезло, блядь. Так. Маркус Рэшфорд. Попробуй, отними. Найс. Люк Шоу. Тут силовая борьба. Дальняя проверочка. Бэм. Гол. Нихуя себе проверочка, бля. Вот эта пушка страшная, ебать. Ребята, это было прекрасно. Заебись. Четко, четко Марсиаль спасает наши жопы. Нахуй. Хотя Хёйлунд мне пиздец как нравится. Вот, например, в жизни он... Вчера буквально я смотрел матч с... Вот повтор гола. Классный, главное, неожиданный удар. С Галатасараем вообще дома мы играли. Дубль мальчик сделал. Мальчик, а не хватит статистики. Два матча в Лиге Чемпионов и три гола. Да, он пока не забивает в ВПЛ. Но все же, мне очень нравится Хёйлунд. Но мы, блядь, к сожалению, жизни вчера проебали. Из-за Андре Онана. Купили себе, блядь, бет. Вулверхэмптон играет широко, на фланге есть свободная зона. Так. Вам опять не запиздеться, ребята. Очень много передач. А то что-то ебут. Ой, Магуайр. Ох, мага, блядь. Что творит? Что творит этот Магуайр? Шоу. Так. Лемина. Угу. Потерял он мяч, но кому он достанется? О, хорошо, на дриблинге. Может, Манчестер игру продолжать. Блядь. Так. Маунт. Блять. Эх. Все заново. На этом блять, хотел, короче, пропустить перехват. Мяч и догнать и ударить. Ну, что-то пошло не так. Ух, Сырлюк, нихуя себе, боевые искусства, блядь. Так. Рэшфорд. Там Антони. Подача на дальнюю штангу. Оп, почти. Это, кстати, сейчас был умный пас новшества в Мусифе. Я его не хотел, кстати, сейчас нажимать. Но я нажал, потому что он нажимается ровно на то, как были охуенные прострелы в прошлом году. В прошлой фифе. Собственно, вот. И все. Так. Нормально. На этом первый тайм заканчивается. Хороший тайм, 2-1. Отправляет команды на перерыв. 2-1. Мы ведем кое-то веки. Так, чё меня, чё меня? Межбри подзаебался, то есть боксами. Давайте вот тут смотреть. 9-1 у Марсиаля. Вау. Потому что дубль. Антони голевая. Люк Шоу голевая. В говне у нас, значит, что Бейндыр. Мы его менять не будем, это вратарь. Дало. Угу. Значит, будем менять Дало. На Аарона Ван Бисаку. И Бисак у нас будет балансированное. Сбалансированное подключение к атаку. Сразу дадим понюхать мяч Бисаке. Посмотрим, как сложится вторая половина. Сразу финт, финт. Оп. Оп-оп-оп. Бля, мяч, мне нравится, что Канты не мяч просто, ну, как будто привязывается. Вообще же супер получается. Так. Отскок в нашу пользу. Партнеры поддерживают эту атаку. Ой, ну хорошо же все сделал. Тем временем соперник перехватывает мяч. Наш корреспондент готов выйти в эфир. Да. В матче Брайтона что-то интересное произошло. У меня голевая новость, и я с радостью ей поделюсь. Брайтон Хоуф и Альбион забил. Теперь они ведут в счете 1-0. 49 минут сыграно. Хорошо. Спасибо за включение. Мальчик Рэшфорд, мальчик, блять. Ну ты что не прыгнул-то, ебаный стык.
Так. Руководство и болельщики Челси в последнее время были заняты лишь одной мыслью. Почти идет же. Этот игрок в клуб или ну, нет. И такое, вот сегодня это свершилось. Да, сложный процесс по покупке ребята. Игрока получился, но игра стоила свеч. Оп. Хотят вынудить соперника ошибиться, много передач сейчас делают. Все нормально. Все гуды. Так. Маркус Рэшфорд. Так. Люк Шоу. На дальнюю на Антони. Бам, блядь, ты чё? Сейчас такой гол забил, брат. Промахивается игрок. Да, и удар наносился уже из офсайда. Пока менять не будем. Боковой арбитр все ясно видел. Возможно, со следующим свистком. Передаем слово нашему корреспонденту. Ему есть что сказать о матче Брайтон. А у нас тем временем еще один гол был забит. Забил Брайтон Хоуф и Альбион. Счет теперь 2-0. Там Маркус, похуй. Нужен удар. Похуй. Голкипер на месте. Бисаки на Маркус он решил отдать на Маунта. И получился, собственно, неплохой моментик. Так, что у нас? Заебался Мишбри. Мы его меняем на Амрабата. Кто еще? Ну, остальные все окей. Все заебись. Замена в составе Манчестер Юнайтед. Табсобу обязательно выпустим. Пусть привыкает потихоньку к ПЛ. Но это чуть попозже. Серлюк на подаче. Летгол. Казимира. Игроков, угловой окей. Нет, на этом все. Варан, пушка страшная. Да, нормально пробил. Но вратарь, блядь, к сожалению, на месте. Так, тут у нас будет подавать. Ну, пускай Маунт. Он и в жизни, кстати, подает иногда. Неплохо. Так. Здорово он видит ну, поле. Что это за хуйня? Казимиро. Блять, ну почти. Отличный перехват, почти. И он заканчивает. Нормальная атак. Позиционочка была. Главное не проебаться, Бисака. Слышишь меня? Харри Магуайр. Это выглядит интересно. Харри Магуайр. You defense is terrific line. Переборщил тут но силы подающие. К этому сезону это не относится. Мага у нас хорош. Из-за боковой мяч будут вводить. Прям хорош. Четко. Могло быть опасно, но защитник в последний момент четко подставил ногу. Жаль, что наш корреспондент не успел договорить, обязательно дадим так ему еще слово. Ну и напомню, что Брайтону недавно удалось забить. Ведут они в счете 2-0. Так. Рэшфорд. Четко, Сэрлюк, решай. Блять, ну какого хуя-то? Вот и сядь тогда, подумай над своим поведением. Ну что, и Марсиаль у нас устал, соответственно, тогда уходит Хёйлунд. И Тапсоба за место Маги, чтобы что? Правильно, чтобы привыкал. И Хёйлунд у нас всегда играет с толба. Потому что на это мы его и обучаем с нашим тренерским штабом. Так. Лемина. А никого вообще не смущает, что Бруно Фернандес сидит? Есть куда бежать ему дальше. Ну, хули нет. Очень острый момент. Оп! Четко-то как, блядь! Наебал и ударил на замахе вратаря. Разъеб. К сожалению, мы не смогли причесать мальчика. Блядь, ну это охуетительно. Какой гол! Сразу вышел и забил. Вот и думайте, кого старт стоит. Пиздец. Пока Хелон охуетительно просто выходит как без банки. Он и дубль волче нам оформил с банки выйден. Вообще прекрасно. Прекрасно человек действует. Оп, оп. Ну просто машина, вы посмотрите, ребята. И все еще опасно. И пасе голевой еще отдает. Маунт окончательно выбивает Бруно Фернандеша из стартового состава. Боже мой, что происходит? Вау. Бля, я счастлив. Но, сука, меняем сложность. Походу, ребята, меняем сложность. 4-1. Это ненормально. Это слишком просто. Назад у него получился. И абсолютно зрячий завершающий как удар с такого расстояния, с которого обычно как охуенно пробил Маунт. Просто лежа уже. Противоход. Вратарю. Вау. Волшебство какое-то от команды. Матч продолжается. И МЮ почти обеспечил себе победу. Ну, давайте в глухой обороне постоим в конце матча. Чего уж. Потренируем эту хуйню. Нету. В смысле нету? Вот же игрок. Воротам, вы что? Извините.
каламбуры открыты. Ой, Хёлунд, блядь, ты чё за... Не удается Юнайтед мяч просто удержать. Монструозен парень, просто. Шик и блеск. Еще 10 минут. Интересно, какая оценка лучше будет, у кого, у Марсика Нету. Или у... Пабло Сараби. Хёлунда. Амрабатик, работать будем. Табсоба, четко, четко, дебют его в АПЛ сегодня. Дебют. Так, Маркус убежит. А тут офсайд, тут офсайд. Это офсайд, атака офсайд. Закончена. Да. Замена будет, пора новые силы вводить на поле. О, при глухой обороне самое быстрое ставят на... в атаку. Ну, давай, самый быстрый. Маркус Оп. Решфорд. Сам. Можно пробить. Да пошел ты Ох, нахуй. Опасно, Маркус, вот ты на банке, это неспроста. Вот неспроста. Следи, как капли пота охуенно по шее стекает. Ну все четко сделал. Ну, блядь, конечно, с левой-то он схуяли забивать нам будет. Не, весело, блядь. Последняя пятиминутка пошла. Кстати говоря, про двуногость. Хорошо, я увидел, что у нас... В этой фифе есть и делать тут что-то надо. Гринвуд, Все верно. Который Мейсон. И он у нас в аренде. Он есть в составе, он в аренде. Пабло я Сараби. Прям сейчас его могу оттуда забрать. Но я этого не буду делать. Бендер, шик. Шик и блеск от Бендера. Шик и блеск от Бендера номер 2. Так вот, Гринвуда мы вернем летом. Ну и будем посмотреть, надо. Что с ним делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, что-то, блядь. Расслабилась оборона, ребята. Расслабилась. Еще бы несколько сантиметров, и мы бы увидели гол, так. Красавец. Трибуны однозначные, реакция ответили Тайрел на решение на судьи не ставить 11-метровый удар. Решфорд, побеги, блядь, шо ты, шо ты? Я думал, Решфорд забежит, я на него отдам. Ну ладно, блядь. Пусть с вами как бы. Так. И на этом матч завершен. Все, все, победу все, сегодня победа, ребята, меняем сложность обратно. С мирового класса на легенду. Обязательно даем супер позитивное интервью. И все будет заебок. Марсиаль сегодня стал настоящим героем. Да, он сыграл прекрасно. Факт, факт. Что скажем волкам, не сдавайтесь. Унизительно. Сегодня в ЭБРГ более сильно схуяли это. Схуяли более... Вот факты, что жизненно важны 3 очка, блядь. Yeah, no further... Более сильная команда в плане. По таблице факты, ну, блядь. Бывает и такое. Вот 16 место. Ура, мы не в зоне вылета. Все, все. Что там, Серлик, шоу не так? Где он? Да, давай баланс вообще с кайфом. Блять, забыл посмотреть товарищей, что там у них по оценкам было. Ну ладно, ничего страшного в целом. Так, 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 нам надо поменять сложность обратно. Ох, погнали нахуй, легенда, легенда. Стала легенда у нас? Стала. Ну чё? О, конец трансферного окна. Хм. Прикольно, прикольно. Маласию и Эриксона хотят купить. Отказано. И отказано тоже. Маласия у нас хочет уйти, потому что он, ёбик, решил, что он супер основа, но это не так. Как бы, извините, блядь. Так, давайте-ка посмотрим, что там у нас в центре трансферов. Можем ли мы прямо сейчас кого-то купить? По сути, можем. Вот Фати мы не можем, потому что он в аренде. А, он уже и не в аренде. Бам, ребята, интересно. Но нет, я думаю, этим заниматься мы будем летом. Вот этот мне мальчик очень нравится. Очень нравится. Но у нас, блядь, есть и Марсиаль, и Хёйлун, и Решфорд, который может сыграть в центре. Поэтому вот хуй знает, что делать, ребята. Даже не знаю. Ну, защитника мы пока взяли. Пока как бы хуй с ним. Пока хуй с ним. Хотя, ну, бля, мне пиздец как нравится мальчик. Ну, ладно. Не будем никого брать больше в это трансферное окно. Так, история трансферов нас не волнует. Нам надо пропустить трансферный дедлайн, да? Да. Все. Супер, прекрасно. Едем дальше.
Санчо хотят купить. Бам, Ливерпуль хочет купить Санчо. Ну, даже если я хотел его продать, то точно не, блядь, Ливерпулю. Вы что, гоните? Мальчики у нас тут качаются. Все хорошо. Все хорошо. Едем дальше. Манью, Вест Хэм. Принимаем на Ултрафорде на сложности. Легенда. Мы, МЮ, принимаем Вест Хэм Юнайтед. И вот беда-то, блядь, в чем. У нас заебался Антони. Угу. Мы, кстати, по приколу можем Бруно поставить направо. А можем Маунта. Интересно. Блядь, очень интересно. Давайте Маунта поставим. Мы потом его один хуй заменим, не беспокойтесь. Бруно возвращается в стартовый состав. Межбриз заебался, поэтому он подождет нас. Где Эриксон? Вот Эриксон. Так, Магуайр заебался. Это наш дебют для Тапсобы. Также Мартинес на лавку у нас падает. Ну и тут как бы все окей. Все в порядке, я считаю. Бейндир остается. Да, он пропустил один гол, но, блядь, ебать, что сейчас вообще не пропускать? Ну, это же бред. Это же бред, ребята. Let's go. Ехала. Блядь, как же хочется выигрывать на легенде, ребята, вы не представляете. Смотрите статистику, 4 гола в 3 матчах, это серьезно. Увидим все делает. Вот и пришло время матча на Олд Траффорд. Но все надежды, что дождь прекратится, были смыты этим самым дождем. Санчо. Футбол сегодня с вами смотрит Георгий Черданцев и Константин Гетч. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Блядь. Манчестер Юнайтед против Вест Хэма. Спасибо, Георгий. Всегда здорово работать в такой атмосфере. Полный стадион, Амрабатик. Поле в идеальном Шик. Состоянии. Ничто не должно помешать командам, блядь, показать лучшую Бруно. Игру. Молодец. Санчо, поборемся, не поборемся. Манчестер Юнайтед в следующем стартовом составе представлен Тапсоба на поле. Прекрасно. Стартовый состав Вест Хэма. Дебют Тапсобы в старте. ВПЛ. А сейчас передаем слово нашему корреспонденту на Амикс Стадиум. Там что-то интересное случилось. У меня голевая новость, и я с радостью ей поделюсь. Забил Брайтон Хоув и Альбион. Теперь они ведут в счете 1-0. 7 минут так, сыграно. Так, Санчо прекрасно накрутил соперника. Санчо, сам. Хороший момент для гола. Блять. Последнюю секунду. Пенальти. Джейден Санчо зарабатывает пенальти. Главное, без травм. А то зря мы его не продали сейчас, блядь, если он травмируется у нас на полгода или год. Какого цвета карточку показал арбитр вратарю? Желтую? Охуеть. Ну, повезло. Я 100 лет не видел, чтобы по вратарю тренера, за фол давали пенку к и еще и карточку желтую, блядь. Ну что, Дэвид Мойс, охуел? Охуел. Ну, у нас есть штатный пенальтист, и это не Антони Марсиаль. Есть хороший шанс открыть счет в матче. Бэм! Вообще пробить пенальти. Вроде угадал, да? Вещи, а вроде исполнение-то мировой класс. Вот так Бруно Фернандеш возвращает в стартовый состав. Вот так вот, нахуй. Кстати, мы бы капитанскую повязку. Вот повтор, пролетает мяч над голкипером и оказывается в сетке. А, ребята, в этой фифе Бруно бьет пенки как в жизни сна. Сколько? Он чуть-чуть прыгает, понимаете, перед исполнением. Так что это вообще охуетительно, по-моему. Просто прекрасно. 1-0. Сложность. Легенда. Перед Вест Хэмом стоит более сложная задача. И забила будущая легенда клуба. Максвелл Корнетт. В этом я не сомневаюсь. Кресло. Думаю, вы тоже. Эдсон Альварес. Так. Томаш главное Сумки. Сейчас не пропустить. Бля, Амрабат. Вообще машина, бля. Жаль слова, но... Что-то делать. Тапсоба. Очень хорош. Хорошо играет. Сейчас спас команду защитник. Ой-ой-ой. Вот так они остались без мяча. Блядь, что там творится-то, нахуй? Амрабатик. Нравится. Мяч будет введен like. В игру из-за боковой. Это лайк. Уверен, он с мячом идет вперед. Все хорошо. Все хорошо. Амрабат, Джейден, ты куда Санчо. Летишь-то? Ты чего? Как здорово он сыграл ты на перехвате. Должен так делать, по-моему. Что это такое? Так, Казимира, давай козырички закроем. Там есть.
Казимира, кстати, красный у нас в прошлом матче получил. Он пропустит следующий матч Лиги Чемпионов. Это я про реальную жизнь, если что. Такие новости. Две желтых. Равно одна красная. И открывается партнер под атаку. Маунт. Мейсон Маунт с мячом. Бруно. Возвращается мяч Бруно Фернандо. Бам! 2-0 сюда. Марсиоль. Там запутался сам, блядь, в сетке. Вот так вот, нахуй, в стиле Луиша Нани, если кто-то помнит такого. Празднует у нас Марсиаль. Гол. Ух, радуются те трибуны, посмотрите. Маунт, прекрасно. Бруно, супер. И, блядь, прекрасное завершение. Я в ахуе, ребята. Мы шо, научились играть на легенде? Да ну нахуй. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. Да ну нахуй. Главное не сглазить. Так. Возвращается мяч Бруно Фернандеш. Так. Казимиро. Бруно Фернандеш. Марсиаль. Мяч у защиты оказался, окей. Но вынести мешают. Окей. И без мяча они остаются. Прессинг, 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 ребята. Арон Кресвелл. С мячом Альварес. Аарон Кресвелл. Максвелл Корнет. Так. Маунт. Так. Бруно Фернандеш. Фернандеш. Вот, хорошо. За такое нарушение вполне может судья карточку. Держи сейчас показать. Держи нахуй желтую. Желтую карточку показывает. Рандом носатый, блядь. Еще. На Бруно выеб. Ну, геймфейсы вообще классные в этот раз. Ну, это, блядь, подкат сзади, а может красная нахуй. А если бы сломали мальчика? Вот что делать. Ну, Кази у нас, конечно, бить не будет. Это будет Бруно. Спенки забил, может, сейчас еще и тут забил. Why not? Так, 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 повыше, пожалуйста. И пробил! Ну, летело хорошо, но перекрутил. Штрафного, но вратарь здесь сыграл лучше всех и забрал мяч намертво. Манчестер Юнайтед теряет мяч. Нормально, нормально. Здорово сыграно в отборе, аут. Лукас Пакета. И с мячом он идет вперед. Оп, четко. А вот четко. И не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Время для хорошей контратаки. Блять, ну все нормально вот. Да, это могло пас. Быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила кучи. Так, так, так. Мяч не прошел. О, Биендер на месте. Супер. Игра в своей штрафной. А сейчас передаем слово нашему корреспонденту на Amex Stadium. Там что-то интересное случилось. У меня голевая новость, и я с радостью ей поделюсь. Забил игрок Crystal Palace. Счет теперь 1-1. Вынимай! Дебютный гол Амрабата, ребята. Сколько у нас разных дебютов сегодня. Я в ахуе. Это разгром. Это разгром. Вот он. Пиздец, как на себя не похож. Геймфейса нету марокканца, блядь. Усы ему какие-то еще придумали. Что, блядь? Какой классный пас в разрез у него получился. Да, ну Бруно феерит. Бруно просто отдохнул, труда, подумал и феерит сегодня. Четко, четко, Амрабатик. Бэм, вынимай нахуй. Такие не берутся. Матч охуенно продолжается, и МЮ почти обеспечил себе победу. Он впереди уже на 3 мяча. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Так. А что, может еще сложность повысить? Да ладно, шучу. Ну то мы точно, блядь, не выиграем. Отличный нахуй, перехват, ничего. На этом атака закончена. Возможно, в следующем сезоне. Будем смотреть по достижениям этого. Короче, свисток, ну как всегда, как только тайма, просто игра дается, сразу повышаем сложность. Потому что сидеть кайфовать мы тут не ради этого. Мы тут ради того, чтобы потеть.
Так, у нас Маунт устал, хотя прекрасный матч проводит. Да, знаете, что я сделаю? Так как мы выигрываем, я поставлю Диогу Дало в нападение. И сделаю ему, чтобы он возвращался в атаку. Также я оставлю всех наших левых крайних защитников сзади. Потому что мы ведем 3-0, счет вполне комфортный, можно и чуть поменьше людей в атаке. Правильно? Все логично, хули. Сложно у него мяч отобрать. Четенько. Так. Хорош, Маласия. Время для ухода. Чё ноет, блядь? Чё куда уйти собрался? Чё ебанулся? Так. Самое скопление игроков угловой подан. Оп. Хорошо. Марсиаль по флангу. Санчо. Опять у него мяч не так-то просто. Амрабат, ну ты же бежал. Ну что такое-то? Дало. Вот вам и, блядь, дало в атаке. Нормальный пасик был. Много мы слышали разговоров и слухов о готовящемся трансфере, а теперь точно что, можно сказать, будут фирменные подкаты от Бисаки? Будут, только, блядь, на мне желтую кажется, сразу. Мнений по поводу этого игрока, а, нет, не на желтую. У него есть все задатки стать легендой. Уже сейчас он показывает тот футбол, который многим считается за эталон. Так что переход Долочек. Этот, безусловно, один из самых значимых в истории клуба. Так. Отличный проход. Амрабат может дубль? Мяч. Ну нет. Пока нет. Подождем. А я напоминаю, мы играем на легенде. И в центр штрафной. И мы разъебываем, ребята. Этот день мяч настал. Готова к такой подаче. Ох, сейчас довыебываюсь, как получить пиздюлей в следующем матче. Это будет кепче бред, конечно. Да, я подключаюсь так. К трансляции с новостью окей. О голе. Тапсоба. Борнмута смог отличиться. Счет теперь Тапсоба, кстати, мы на ноль играем. Это у нас новичок в старте. Может, он тот самый недостающий пазл был у нас в команде. Как считаете? Я вот хуй пойми пока. Найс. Фернандеш. Так, хорошо. Арбитр не стал свистеть в пользу провинившегося и даст Манчестер. Очень хочет дубль сделать Амрабат. Очень хочет. Блять, прекрасно играет. Я в ахуе. Вообще. Лукас Пакета. Лукас Пакета. Так. Так. Хорошо, мяч защищает от соперника. Навязал тут соперник. Ну, Бисака, только не фали, блядь. Ну, ебаный в рот. Какой опасный штрафной сейчас будет? Я в ахуе. Так, у нас устал Амрабат. Он очень хочет дубль, но, блядь, что поделать, братья. Ничего страшного. Пошел, потому что позиция убойная. Поехали. Эриксон. Здравствуйте. Сосать, плюс лежать. Ой-ой-ой. Биндер, 2 матча ВПЛ, 2 пропущены. Блять, а так хочется сукать, чтобы тут парня еще было. Раз гол посмотрим. И завершение ну классное, тут пиздец, все просто стоят фоткают, блять. И классно завершил эту атаку. Стоят фоткают, как он их обводит. Ну что за бред? Тем временем у нас 3-1. Похоже на Стэмфорд Бридж, что-то интересное произошло. Давайте передадим слово нашему корреспонденту. У меня голевая новость, и я с радостью... Санчо! Это почти соло-гол был, ребята. Вау. Нравится. Так, Варанчик. Хорошо летело. Я понял, на легенде просто вратари у соперника пиздец как много ударов тащат. Угловой, подача, по сути-то. Все в порядке. Причем не важно, какой у него скилл там в кубке. Жаль, он какой-нибудь бедолага, который нырки, блядь, 30 нахуй. Слово. Буквально на пару секунд там, вернемся к матчу Челси. Там случился гол, Донарума, как раз Челси блядь. Удалось забить. Какую... О, разборки питерские. Этот момент заканчивается штрафным ударом. Они пытались разыграть преимущество. Чё,
Ладно, давайте заменки на последнюю 15-ю минутку. Так, ну да, Лотик уже устал, я думаю. Давайте Маркус побегает. Только вот так за место Санчо. Да? Да. И чё? И чё? Ну, пускай, чё, Фёлу. Вообще, как бы он у нас охуительно выходит на замену. Ребята, скриньте, Хёлун забьет сейчас за 15 минут. Вангую вообще. Хорошо, мяч укрывает. Ой, Варан проебался. Отбор, все в рамках правил. Они убегают в контратаку. Может получиться что-то интересное. Ну все, уже не будет контратаки. Просто мы все пасовые линии перекрыли как бы. Кресло. И все. Лукас Пакета с мячом. Аарон Кресвелл. Да, блядь. Интересно, что-то может получиться. Сука! И есть гол! Сука! Еще два они забивают, и всего один... Блядь, вот это мне уже не нравится, нахуй, вообще. Это мне не нравится. Мартинес, иди-ка ты у нас подзабетонируй все это дело. Мяч остается, да, до ничьей. Блядь, вот вам и сложность легенды, ребята. Просто... Так, нам надо, чтобы фланги у нас все-таки работали. Давайте баланс поставим и тому, и другому. А Санчо у нас не будет возвращаться в защиту. Все. Поехали. Ну что, Хёйлун, блядь. Это я после паузы проебался. Что я говорил? Ну что, Хёйлун, давай. Ты же у нас маэстро. Замену приди забивать. То, что надо же... Тапсоба на месте. Хорош. Отлично сыграно. Так, так. 9 минут играть в основном времени этого матча. Так. Решфорд. И навес чуть назад. Да ну нахуй! Ух, ребята, я уж думал, сложность легенда меня выбит окончательно сегодня. Но нет, хуй там плавал, блядь. Мальчик Решфорд порешал этот момент. Четко. Четко. Ну и Бруно. Ну и Санчо. Блядь, все молодцы. Все молодцы. Шикарный командный гол. О, человек, ни разу не похожий на Тенхага. Выдает себя за Тенхага. Радуется. Кайф. 5 минут есть у команд до конца основного времени. Ну это все, это глухая оборона, раз 5 минут. Томаш Соучек. Опа. И подает так, Соба... штрафную. Ну ладно. Вратарь без проблем. Интересно, конечно, интересная статистика у Биндира. Он один гол все-таки пропустил. Все-таки получается вернуть себе мяч. Прошлый спасибо матч. Прессинг. В этом уже 2. Соответственно, в следующем. Я надеюсь, там будет 0. Блять, чуть 3 не пропустил, нихуя себе. Так. Не смогли создать ничего опасного, момент упущен. Блять. Не удается Юнайтед мяч удержать. Видите, опять при глухой обороне. Просто не заметил. Хёйлунд слева играет. А, блять, так вот все-таки 3 он пропустил. Но это ничего не решает, но, блять, будем иметь в виду, что пора Анану возвращать состав. Далеко не в первый раз сегодня они начинают с центра поля. Впрочем, о сопернике можно сказать то же самое. Все. И на этом матч завершен. Я нас поздравляю. Мы выиграли матч. Иногда такие победы с минимальным счетом ценятся гораздо выше, чем разгром. Ну, я бы не сказал, что еле как. Как бы все-таки... Мы достаточно уверенно вели весь матч. Мы просто подрасслабились. Нас снова убрали и так далее. Давайте поглядим. Нет, нас это не интересует. Нас интересует уровень игры. Значит, Санчо остается, Марсель остается, Маунт нормально. Бруно в старт возвращается. Угу. Бруно Амрабат. Тапсоба. Хорош вообще. Да, Бруно Амрабат, Тапсоба. Вот так мы и сделаем. Давайте интервью дадим. Главное не забыть. Бруно, Амрабат, Тапсоба и Анана. Вот так. Бруно, Амрабат, Тапсоба и Анана. Поднимаем настроение команды. Бруно, Амрабат, Тапсоба и Анана. Поехали.
Бруно. Амрабат. Бруно, Амрабат. Тапсоба. И Онана. Ну вот, супер. Супер. Вы смотрите, вообще кайф получается. Межбри пускай, да, на банке почилит. Эриксон что-то мне не заходит в этом сезоне. Блять, не могу даже понять, почему. Пока что. Все, надо лететь в следующий матч. Это Астон Вилла против нас. И это Астон Вилла. Почту мы почитаем потом. Итак. Так. Вот вопросики у меня по форме есть. Ебать, что с Казимира, блядь? Вы зачем его осветлили, блядь? А ему идет, кстати, смотрите. Это сын деда из этого, блядь. Из Теле 2, нахуй. Я вам говорю. Вот так, я думаю, нам надо поиграть сегодня. Да. Все, команда вообще готова. Погнали. Об этой игре много говорили, ее долго ждали. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Любите снег? Футбол. Любите лыжи? Любите бобслей? Нет, это не об этом. Сегодня у нас снежок, футбол. Да? Ваши комментаторы окей. Сегодня Георгий Черданцев и Константин. Значит, надо подкаты охотить. Англия в прямой трансляции сегодня. Это премьер-лига. Типа вот таких. Сегодня Астон Вилла сыграет против Манчестер Юнайтед. Мимо. Всегда попал. Приятно работать в атмосфере полного стадиона. Болельщики она создают нас настроение игры. И у меня есть подозрение, что она получится, что надо. Круто, когда есть конкуренция. На этом атака это и закончилась. Это подстегивает на лучшую работу. Так, удовольствие у нас проебал план, потому что он в атаке был. Но Казимир почистит. Астон Вилла получает право на угловой удар. Блять, забыл опять Бруно капитаном поставить. Похуй. Нужно на него давить. И кстати. Прямо в центр штрафной мяч летит. Просто Казимиру прекрасно. Мяч покидает штрафную после углового. А на Бруно, возможно, как раз таки очень сильно оказывает давление капитанская повязка. Отличное оборонительное может действие. Может такое быть? Может. Ошибся он в обработке, и мяч будет вводить из-за боковой линии теперь соперник. Амрабатик. Сезон перевалил за экватор, а в чемпионской так. гонке по-прежнему нет ярко выраженного лидера. Тем интереснее, Георгий, будет концовка. Я лично за то, чтобы так, борьба хорошо. Продолжалась до последнего. Бруно, прекрасно. Великолепно. Перед ним свободная зона, можно идти вперед. Ну чё? Джейтон Ай, блядь, Санчо. Ну куда, кому? А главное, могло зачем, опасно, блядь? Но защитник ногу в последний головой. Момент подставил ногу. А нет. И можно бить. Странно. Ну что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Странно. На воротах, кстати, стоит у них золотая перчатка Рэмзи. Чемпионата мира прошлого. Астон Вилла идет вперед. Он же Мартинес. Набирает обороты эта атака. Эмильяно Мартинес. Тапсоба, уверенно. Джейдон Санчо. Так. Хорошо, блять, нет, плохо. Что-то отлично, Санчо с передачкой. Но атака все надо посрала. Ему, кстати, задачу поменять, ребята. У него там врывание, это по умолчанию у Решфорда стоит. Такое у Санчо не надо делать. Так. Тапсоба. Это твоя дверь. И ближе к воротам игра переходит. Ой, но лучший. Мяч все же лучший. Переходит какой трансфер-то у нас, ребята. Амрабат тащит кажется, мяч. Санчо. Назвать его ключевым игроком Санчо, команды. Санчо. Дубль в прошлом матче, так что защите стоит играть против него особенно внимательно. Блять, а интересно очень было. Своевременный перехват. Нельзя было прям давать интересно пройти этот пас. Манчестер Юнайтед. Блять, там сломали кого-то нахуй. Бруно что ли? Ёбаный стыд. Это пиздец будет. Мяч потерян. Блять, дерьмо какое. Что там с Бруно, мне больше интересно. Леон Бейли. Ой. Какой отчаянный подкат исполняет штрафной игрок. И может ой, хорош, что-то получиться хорош. У него. Голкипер играет на хорош, выходе молодцы. И уверенно добирается до мяча. Как он сыграл и спас всю команду в таком да, критическом Бруно моменте. Да, Бруно сломан. Пиздец. Не получилось у Юнайтед менять. Мяч себе оставить. По законам FIFA, если ничего не изменилось, если у тебя игрок с травмой, он два варианта. Тильманс. Либо он усугубляет, соответственно, он может там на 7 месяцев накрывает выпить, неважно. На дохуя, в общем, вратарь она на респект. Забить, либо он самоизлечится. Что у нас не происходит. Поэтому Бруно нас покидает сегодня. Ну, уходит Маунт. Я считаю, достойная замена. Команду. В составе Манчестер Юнайтед замена. Погнали.
центр штрафной подан мяч с углового. Он явно рассчитывал на больше. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. А Нана-то тоже посидел, подумал, заиграл. Смотрите. Санчо. Ну нет. Хуйня идея. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Хуйня идея. Рэмзи. Анхель Корея. Оп, удалось четко нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Блять. Хозяева очень уверенно мяч контролируют в последние 15 минут. Все ближе и ближе они к забитому мячу. Соперник уже и не помышляет о том, как забрать себе мяч. Им в основном приходится обороняться. Малася на месте. Можно сыграть через вратаря. Четко. Соперник актив. Ой-ой-ой, блядь, Анана сейчас накосячил, как в матче с Галатасараем Волчи в реальной жизни. Так, блядь, что такое-то на? Отличная игра в отборе. И пошел навес в штрафную. Нормально. Счет о нас ебут. Ничего, ребята. Ничего опасного, эту атаку можно забыть. Либо контратака. Нет, хуй там плавал. Вперед, да, идет атака, Амрабат, интересно, что говня может сегодня быть. Малася вообще мотор сегодня прям. Он все еще. Оп. С мячом, а как насчет обострения? Возможно, прошел, он спас свою команду на месте. Гола. Санчо. Так. Малася заебался уже. Амрабат, проверочка. Он обыграл соперника. Удар получился плотным, немного подправить точность и в следующий раз забьет. Это, конечно, была хуйня какая-то сейчас. Опа. Так, не будем проверять, кто у нас проваливается по матчу, просто потому что мы уже сделали одну замену, и это был поломанный Бруно Фернандеш. Вышел Маунт. Окей, играем дальше. 0-0. Тем не менее. Что-то да, Антони, кстати, не слышно на фланге вообще. Алло, ты где? Сейчас будем по максимуму его юзать. Отличное оборонительное действие. Далотик хорош. Атака Юнайтед через фланг идет, и там есть... Далотик дал в ротик, извините. Маунт! Бум! Вот вам и замена. Вот вам и замена. Вот так он радуется. Вот так он, наш красавчик носатый, радуется. Вообще, как вылитый грузин, как будто. Ну нет, блядь, англичанин. Ну, может, бабушка у него там где-то накрестила. Этого мы не узнаем. Пожалуйста, Далотик. Прекрасно. Маунт великолепно. Супер. Гол, это первый, вот и заработал фланг Антони. Правда, без Антони. Кек чебурек. Юрий Тилеманс. Так. Дуглас Луис. Ой, Амрабат, шикарно, блядь, но хули толку-то? Очень хорошо он партнера увидел. Малася. Малася тоже великолепный матч. Есть возможность сравнять счет. Респект за прическу, но до свидания. Свежий кто бы ты ни был. Дуглас Луис слышал. Окей. И подача туда, в сторону. Ой-ой-ой-ой, она, она. Да, он прекрасно шик видел момент удара и не сплоховал. Мяч летит, Амрабат, в центр. Молодец. Штрафной. Хорошо мяч, ну, блядь, четко. Просто надежно сыграл. Прекрасно. Отбил мяч куда подальше, да и дело с концом. Хорошо. В основном в медиа говорили в последнее время только о готовящемся переходе. Антони, let's go. Были разные версии, разные истории. Короночка. Блядь, не попал. Эх. Трансфер состоялся. Эх, бля. Лично для меня вопросов по этому игроку. Очень жаль. Он один из тех, за кем будущее футбола. Ну хорошо же летело, смотрите. Бля, миллиметры нахуй, штанги. Миллиметры. Как игрок всего мирового футбола. Пиздец. Ну, Диогу, ты чё там? Тайрон Минкс. Мак Гин. Так, Астон Вилла хорошо отдает мяч сопернику. Кирилл Малася. Окей. Атака захлебнулась, как говорится. 30 минут. Малася уже подустал немножко, надо будет заменить на Сыроликашову. Тапсоба. Тапсоба.
Варанчик тащит. Хорошо, успешно. Ой, хорошо. Маунт может быть дубль? Маунт. Нет. Удар отбит, но игра продолжается. Блять. Санчо или тут мимо. Они не смогли довести атаку до опасного момента. Джон МакГин. Анхель Корре. Юрий Тильманс. Анхель Корре. Ой-ой-ой. Ой, плохо это все. Долотик на месте. Блядь. По-моему, это вообще заебись, когда можно вратарю скинуть мяч. Так. Хорошее развитие атаки. Так. Казимиро. Как глубоко Антони-то. Отличный блок. Марсиаль, который. Как играет брат. Найс, найс, найс. Давайте-ка заменки. Так, Маласия покидает нас. Амрабат нас покидает и выходит Ганнибал Межбри. Окей. Также Решфорд и Хёйлун. Да, да, да. Вообще полностью команду обновляем. И надо решать этот матч. Ребята, надо 2-0. 0-1 сильно некомфортно. Знаю, что эта сложность с нами творит. Это просто пиздец. Подача. Тапсоба. Блять. Игра не остановлена, мяч только отбит. Кази, хуй там. Беда с точностью, жалко. Мяч летит сильно мимо ворот. Очень жалко. Метрики, свежего спасибо. Это вот такие удары мы наносили. Видите, зеленый на воротах, это гол. Круто, круто. Респект разработчикам, респект. Вот четко Межбри, блять, ну там. Надо было отобрать мяч, пока атака не хуйня. Стала совсем опасной, и им это удалось. Нормально. Манчестер Юнайтед получает право на угловой удар. Неплохая возможность забить так, еще один мяч. Маун, еще раз. Тапсоба! Мяч в штрафную. Блять. Накрывает Маркус, игрок этот сука, удар. Не получилось. И снова блокирует удар защита. Какой накал, а? Межбри. Решфорд. Потеря, все, в оборону. Вышла. Давиде Калабри. Пау Торрес с мячом. Так. Тайрон Минкс. Блять, дерьмо. Пошли последние 10 минут игры. Потеря Астон Вилла, остается без мяча. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Маунт вообще прекрасен. У команды по-прежнему есть варианты и... для развития атаки. Блять, ну как все круто мяч, было. Нужно играть. Просто пиздец, Расмус. Межбри. Ну, блядь, вы чё? Отличный вынос. Надо единоборство-то выигрывать. Ой, хорошо блядь, я отлично хотел шлёпнуть. Отлично сыграно, теперь они Межбри, могут начать свою атаку. Что-то пошло не так. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Блядь. Они отстают всего на один мяч. Сейчас нужно сделать все, чтобы результативно так завершить эту атаку. Четко, четко, глухой оборону стоим. Это нас спасало последний матч. И четко, не дать ударить, просто не дать ударить, ребята. Межбри, блядь, шик и блеск нахуй, просто заменка великолепная. Оп, блядь, это лайфхак, ребята, просто своему вратарю отдавать. Это охуенно. Мальчик Решфорд у нас на острие. Как мы все помним, при глухой обороне. И пас на Маркуса. Все, решай. Блять, ну что такое? Вот кому не ролит в этом сезоне, так это Маркус. Я не понимаю, расстояние до ворот было минимально. Ну я надеюсь, это последний угловой в матче. И мы его забираем. Центр штрафной мяч направлен. Блять, свисти. Ее, ребята, три победы, блять. Две из них на сложности легенда. Итак, рецензирую. Сложность легенда возвращается к нам, и мы научились на ней играть. Ребята, это все охуительно. Быстро экспресс-интервью даем, повышаем настрой нашей команды. И будем идти дальше. А вы, дорогие мои друзья, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Может, вас что-то не устраивает, я на это посмотрю и сделаю какие-то выводы. Всем респект!